сколько здесь человек играет на льду, какие правила? Не бить и не толкаться. А за какую команду вы болеете? За классную. А вам там какой-нибудь хоккеист нравится, как играет? Да. Какой номер? Красный. Красный, да? Да. Есть любимый игрок в «Спартаке»? Вратарь. Как зовут его? Никита. А чем он вам приглянулся? Потому что я люблю быть вратарем. Помимо хоккеистов и тренеров, кто еще есть в команде в хоккейной? Вот я знаю капитана команды «Спартака», вот и все. В команде у нас есть Даниил Марков, он чем занимается, как вы думаете? Думаю, что он ходит на каток. Вот вы сказали, у вас есть вратарь любимый, а кто-нибудь еще из хоккеистов есть, чья игра вам интересна, за кем приятно следить? Да не. Все остальные не очень, да? Угу. Вообще главная задача тренера в хоккейной команде, она в чем заключается? Достаточно. Давайте с вами попробуем угадать, какой номер сегодня забьет у «Спартака». Я думаю, 38. Ну и пойдем проверим, ладно?